Всем приветики. Идем дорогу. Сквер зимой. Летом он зеленый такой. А зимой. Где пойдем? Ну, давай. Давай там. Все красиво. Детская площадка. Зимой тоже очень красиво, особенно после снегопада. Снег как раз идет. А сейчас мы с вами едем в парк. А, в загородный. Парк загородный или просто загородный же? Загородный. Просто загородный, наверное. Сейчас мы сядем в трамвайчик и доедем. А тут просто проходим мимо этого парка. Решила поснимать вам. Туалет. В загородном это означает ответить начинающий гитарист. Я вообще всегда считала, что ноты без разницы. Оказывается, есть разница. Тут что-то. Гадростроительные, регулярно заряжены. Тебе не надо, Жень, всякие такие. Всякие тут. А, это церковные, кстати, есть даже. Человек и общество. Что-то валялся, что ли, где-то. Учебник такой замученный. Им холодно здесь. Настольная книга мальчика. О. Шахматы. Слушай, может возьмем вот эту Диме, Жень? Ну давай, возьмем. Сейчас еще что-то. Да, вместе с этой. Настольная книга мальчика. Как раз он подрастет, он хотя бы это... Будет знать, тут будет наверняка узнавать именно с девочкой, мальчикой, как стать ловким и сильным. О, слушай, хорошая книга. Давай, возьмем. Ну вот, смотрите, мы с вами прихватили хорошую книжку для Димочки. Ой, кто там пукнул. Вот, смотрите, какая красота. Ёлочки, вон там, смотри, снег, как в Отрадном, помнишь? Смотри, какой фонарь красивый, я его сейчас посмотрю. Вон там ёлочки, под ёлочками тени такие красивые. Ну, она недавно появился, недавно, наверное. Там какая красота, еще снег идет. Я так хотела, чтобы солнышко было. Фонарик как будто держит зонтик. У него сверху там. А здесь, смотрите, как классно. Там вот ребятня гуляет. Там, а, на горке катаются, наверное. Что-то тепло одеваться надо и приходить прям гулять. Дима чуть-чуть прям еще подрастет. А то он прям прыгает под детей. Они так и собьют их над его ногами. Красиво, там музыка даже играет. Как красиво, как в лесу, как я хочу в лес. Сейчас мы зайдем с вами в лес. Лес, лес. Как ежики маленькие. Красота какая. Вон там как красиво. На той стороне как-то больше это, лежит чего-то, настроено много. Пошли, наверное, к той стороне ближе, Жень. В парке Гагарин, наверное, тоже так же красиво и так же много всего интересного. Что здесь? Мне кажется, здесь вот мне как-то больше нравится. Смотри, какие там тени красивые, как в лесу идешь, по аллее. Ну не хрюкай ты, ради бога. Как там красиво, Жень. Не видишь. Усики. А смотри, на кустиках какие-то маленькие кружочки. Сугробики. Смотри, какие сугробики там. Тут, кстати, даже дорогу не слыхать. Так тихо. Как
песчаник какой-то, визжаник. А вот там, смотри, что-то построили. Беседки какие-то. Что сюда это? Вдали от цивилизации. Зайти. Ну и что? Дорога же видно. Там еще. А, я думал, там тропинка. Я потом встречались в 11 году, пришли за год. А я вот, по-моему, не был ни разу. И что-то и там гуляли, помню. Да, мы чисто вообще все обходили. Так красиво. Красота какая. Смотри. Только там здание мешает. Тихо как. А гул только там слышно. Хотя дорога находится там, а гул там. На лыжах хорошо идти. Параллельно по лесу идешь и плюс снимаешь. Если только так. А там смотри, сколько деревьев дальше там. Там вдали деревьев много-много. Сейчас там будет еще красивее. Прям домики у них тут. Они там ходят. Ну, это вкусняшки какие-то, да, Жень? Смотри, там прям. Ай. Народ сзади меня идет. Громко болтаешься. Надо было нам с тобой в понедельник сюда идти. Здесь никого бы не было. Ну, там такие птички. Еще мне, знаете, какой вспоминается голубенький, голубой дом среди белого снега поставить. Такой деревянный старинный дом, да, Жень? И было бы красиво. Вспоминалось бы какое-то что-то такое из прошлого, какая-то картинка интересная. Тепло, кстати, сегодня довольно. Все куда-то идут. Лес. Ну просто лес, деревья стоят не так интересно. А вот когда елочки, поинтереснее, даже. Ну, куда мы уже пришли? Там лошади. В той стороне. О, кстати, запах. А вон еще лошади. Здесь еще был верблюд, кстати, по осени, кто помнит. А там горы. А там еще лошади. Их много больше, что ли, становится. Не было раньше. Ой, конюшни запахло. Ой, как ароматно. Как красиво. Лес, лес. А представляете, как летом. А как осенью. Помните, видео мы с вами ходили осенью. Как было офигенно. Там вон лошадки. Лошадей вообще, кстати, близко снимать запрещают. Сейчас мы их отсюда заснимем. Да? По-моему, запрещают, Жень. А верблюд что-то не видать. Наверное, холодно. Его увели куда-нибудь. А там вон бегают. Конюшни. Лошадей я любила, мечтала научиться кататься на лошади. Но что-то нужна была справка от родителей, а мама отказалась. Справку с это, от врача я взяла, что мне можно. А мама отказалась давать. Давай идем, потом прокатим. Я не знаю, там катки лет. Там катаются дети. Давай. Давай подойдем, что-то знаем. Катки лет можно покататься. На полную прокатим. Ой, тут там. Пятнистые, их две пятнистые. Вторая тут тоже вон. Пятнистая. Такая пятнистая, необычная такая. Что там за звук? Ай, укусил, смотри. Кусается. Кусается. Ай. Ну спроси. Такая пони. Большая. А вот здание, дом. А чей это был дом, Жень? Ты ж читал? Дача какого-то. Дача? Купца? Да, он даже не загороженная. Там нет. Там тоже лошади.
просто стоит особняк из дерева. Представляете, деревяшечками обит. Красивый какой. С той стороны кафе находится, а с этой вот рушится потихонечку. Сеточкой вон обгородили, чтобы никто не залазил. Такое здание пропадает. И с этой стороны, конечно, выглядит. А там гора. Ба, там... Слушай, там прям все белое сливается. Как будто там продолжение какое-то, или как будто там стена какая-то за лесом. Смотри, как все сливается. Я помню, ночью приходили. Ночью с кем? Да, с тобой. Со мной ночью сюда приходили. Спускались в Волге. Помнишь, я еще телефон нашел? Какое красивое здание. Какое красивое здание. Там наверху вообще можно живописью заниматься. Балкончик. Не, ну может он есть, может, по летам. Летом-то оно есть. Красивое какое здание. Его будет покрасить, обновить. Как будто, смотри, там сливается так, как будто там ничего нет. Да, как будто тут это обрыв и все. И стена белая, как будто. Как красиво, смотрите. Тропиночка такая в лес туда уходит. В лес можно вечно стоять и любоваться этой красотой. Такая тропинка. Ну-ка. А, дом уже почти не виден. И Женька тут нос подтирает. Привет, Жень. Чуть тебя не слышно еле-еле. Все снимают, на видео снимают. Сегодня у нас воскресенье. Надо было идти в понедельник. Когда нету народу, когда тишина, спокойствие. Сюда, кстати, мы с вами еще не спускались. У меня всегда была мечта. Да, у меня мечты маленькие. Они сбываются быстро. И всегда практически. Не знаю, Женя мне купит крысу. Она сбудется тогда. Смотри, Жень, там это обрывчик маленький, смотри. А там, наверное, мышки живут маленькие, мышатки. Может, тоже сбудется. Опять ты нос там подтираешь свой. У тебя там мозоль однажды натрется под нос. На гору вот эту? А, на эту. Да, но я знаю, что там вроде есть там как бы дальше, дальше. Я там ни разу не была. Волга. Вон там спустишься и пляж. Тише. Как классно. Тихо как. Как офигенно. Ай. Вот люди, они кругом. Вороны кричат. А представляете, если бы еще птицы пели? Соловьи. Вместо ворон.
Садимся. Сейчас запишу кусочек. Я потом здесь смонтирую, подставлю здесь мелодию какую-нибудь соловья. Пень соловья, что-нибудь там. Будет красиво очень смотреться. Ради кадра. Вон еще ягодки. Смотрите, ягодки какие-то. Народ катается сейчас. Щих! Жалко, не полетел. Па, подпрыгнул. Фу, спустились. Это надо было снимать, как мы спускались. Может, сюда чуть-чуть так пройдем? Пум. Я всегда, кстати, мечтала о таких. Давай туда, потом туда. Санк, слушай, а вон там, давай посмотрим. Там, нет, просто посмотрим. А, там кто-то спускался, пытался. Там прям обрыв. Упали и дальше. И там еще горка. Ладно, пойдем лучше туда. Вот, что-то я. А, хорошо, что мы их пропустили. А то бы сейчас свалились куда-нибудь. А представляете, если прошел снег, выпал снег, все здесь в снегу, людей нету, тишина, спокойствие, как в лесу. Но ты находишься в городе при этом. Все, как бы чуть-чуть пройти, там километр или сколько-то. Хоп, и город, цивилизация. И тут, представляете, как круто. Ну да, потом. Дерево какое. Старое, корявое. Ты можешь потише там? Корявое, старое дерево. С мышками. Ну нет, мышек там нет. А тут обрыв. Какой обрыв. Ну что ты там хрюкаешь, а? А что ты там хрюкаешь-то на заднем плане? Стоит мне включить камеру, начинается. Вон земля, смотри, видна там. Корни прям видны. Что-то снег плохо выпал. Прям заглянуть туда можно. Смартфон опомнился. Сразу. Как красиво. Как красиво. Детей, людей много. Главное, смотри, все белое. Того берега не видно, как будто стена. Как в этом рассказе Кинг, ты помнишь, под куполом? А-а-а. Там, наверное, тоже было под за куполом, наверное, не видать ничего, да? Видать было. А, видать? Видать, да. А, там было видно? А-а-а.
А, нет, это я какой-то фильм смотрела, там туман был сильный. Люди испугались, где-то спрятались от тумана. Сидели где-то, а из тумана потом какие-то там монстры выходили. Не читал ты? Или фильм я смотрела? Была, фильм, да. Или фильм, или, по-моему, фильм даже. Фильм,